Наша жизнь – наш собственный крестный путь. И крест у каждого свой. Тот, который Господь дает по силам, чтобы усилить веру и укрепить дух. Здравствуйте, с вами Благая Весть. Мы приглашаем вас к знакомству с людьми, которые смиренно и с благодарностью несут свой крест. Каждый день на нашем жизненном пути перекресток. Перекресток мыслей и чувств, событий и ситуаций. И выбора. Выбора дороги, по которой следовать дальше, понимая истину. Все, кто встречается, и все, что встречается в пути, уроки, которые мы должны пройти. Господь подготовил их, чтобы научить нас любить. Мы не друг с другом ищем встречи. Нам Бога хочется найти. А люди – это Божьи свечи, живые свечи на пути. Здравствуйте. Ну, я вас немножечко маслицем освященным помажу, чтобы у вас ножки ваши заживали скорее. Где у нас самый красивый цыган? Святые отцы говорили, чем сильнее любит Бог, тем серьезнее испытания посылает. Через страдания Он дает возможность жертвенной душе не только искупить грехи своего рода, но и растопить души других людей. И как божественный камертон настроить их на голос неба. Но важно самому человеку и его близким не впасть в претензию, в зависть, в обиду, не перестать верить Богу и в то, что Господь не оставляет без своей поддержки. С согласия руководства Российского центра восстановительной ортопедии и травматологии имени академика Елизарова его пациентов навещает отец Павел, настоятель церкви Святого Прокопия Устюжского, Притобольного района Курганской области. Как вы поживаете? Все у вас хорошо? Да, слава Богу, у нас все хорошо. Мы очень рады я вас видеть. Мы вот как приезжаем, сразу же вот вас видим. Так приятно это. Здравствуйте. 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 Ой. Помоги, Господи. С первого дня с Божьим благословением было, да? Пусть тебе Боженька поможет. Пусть тебе Боженька поможет, что тебя с первого дня сразу все ушло так хорошо. Хорошо. Где мама твоя? Мама, я хочу ей сейчас позвонить, ну, позвонить ей и сказать, что вы пришли. Просто она вас ждет. Он не заменяет лекарства, но и лекарства не заменяют того, что может дать духовное общение. Духовное общение именно, как вам сказать, духовное общение не разговор по душам, а объяснение, наверное, глубоких истин доступным языком. Анна Филаретовна, добрый вечер. Так и будешь, Анна Филаретовна. Здравствуйте, как вы живы, здоровы? Все хорошо у тебя? Здравствуйте. Замечательно. Ну, мы ножки помажем маленечко? Да. Давай. Аня и Соня, близнецы, появились на свет недоношенными путем кесарево сечения. У обеих врожденный вывих бедра. У Анечки с двух сторон, у Сонечки с одной. Но у Сони, кроме того, детский церебральный паралич. На лечение вместе с мамой и бабушкой близняшки приехали из Тольятти. К моменту нашей встречи Аня перенесла две операции. У Сонечки тоже была, но ей аппарат сняли, она не смогла его перенести, ей было плохо. Поэтому ей другое лечение будет чуть позже, после того, как она восстановится от аппарата, отойдет немножко, ей сделают открытое вправление. Можно только догадываться, каких душевных сил стоят матери эти слова. Не пошел аппарат, открытое вправление. А я с Богом. Если кроме шуток, я вот на самом деле серьезно могу сказать, что до того, как я сюда приехала, я такое внимание не уделяла, конечно, молитве. Сейчас я
стала и утренние, и вечерние, да, молитвы читать. И вот мне действительно легче, мне как-то спокойнее, что я все делаю правильно, что нам Бог помогает, и все будет в порядке. Мы вновь встретились с этой семьей через 3 недели. К тому времени Сонечку выписали. Они с бабушкой теперь живут рядом, в съемной квартире. Анечке сделали, как надеется лечащий врач, 2 последние операции. Перед операциями девочка, знатная рукодельница, начала творить дерево счастья. Вот когда придет в себя и обязательно закончит работу, тогда исполнится ее главное желание. Чтобы я быстрее вернулась домой. Выполненная успешная операция, она не является залогом положительного результата. Все будет зависеть от того, как организм адаптируется к этому, насколько много усердия проявит родители и ребенок. Бог дает, а я не спорю. Бог берет, а я не злюсь. Будь то радость или горе, затихаю и молюсь. Ну как ты? Как у вас? Потихонечку. Готовитесь. Ну, помоги Господи, когда у вас операция? Пятница. Ну, давайте, помоги Господи, чтобы операция у вас все благополучно прошла. Терпение вам. Кирилл у мамы единственный, долгожданный и вымоленный у Господа Бога ребенок. Раньше, когда вот Кирюша еще не было, мы сильно часто ходили. У нас 6 лет как бы детей не было с мужем, и вот хотели сильно ребенка. А потом вот Кирюшенька у нас родился. А потом Любови пришлось выбирать, муж или сын. И она выбрала сына. Сейчас Кириллу 16 лет. В своей жизни он не сделал самостоятельно ни одного шага. Мало того, что ДЦП, так у нас еще вывих бедра. Вот 3-й раз нам его оперируют, и все у нас какие-то боли, все непонятно, что там, все что-то не так и не так. Мы сейчас надеемся, что все-таки последний раз нас прооперируют, и не будет боли, и что все-таки он будет сидеть опять в коляске, как раньше. В момент нашей встречи Кирилла изводили боли в суставах. Сказать об этом он не мог. Мама понимала и облегчала его страдания, как могла. Молитвой, любовью. И в измученных глазах сына появлялся свет. Помочь мы можем, понимаете? Человек не мог сидеть, мы посадим. Человек болел тазобедренный сустав, мы убрали боль. Он никогда не пойдет. Но он сможет вместо плача, допустим, улыбнуться маме. Я не знаю, это скорее всего какое-то испытание, может даже для меня. Я так считаю. И вот именно что. Я считаю, что надо это испытание пройти. Потому что не было бы моего примера, другие бы, может, как-то по-другому себя вели люди. Все равно это как бы наглядный пример, что нужно терпеть, бороться, молиться. Любовь, наверное, подросла. Она другой стала. В ней море света и тепла, и радости немало. В ней не осталось и следа от боли и печали. Она совсем уже не та, какой была в начале. Какой-то вот такой период непонятный в жизни наступил. Вот. Что вот почему-то вот... Конечно, с духовной жизнью это напрямую связано. Вот мой приезд сюда. Елена – учитель химии из Тамбовской области. Говорит, что по жизни все складывалось хорошо. Учеба, работа. Ходила в храм на службы, принимала святые Христовы таинства, пока честно себе не призналась. Внешняя духовная работа не дает ответа на многие вопросы. Внутри-то, наверное, чего-то там не хватало. Вот чего не хватало, сама не знаю. Вот чего-то вот все вот, недовольство какое-то вот, все равно там сидело. Проблемы вот были, они какие-то скрытые, никак вот их наружу-то не вытащить. А сейчас вот они в виде болезни, в виде осложнений вот вылезают. И приходит осознание, что самые трудные испытания Господь посылает своим любимым детям, способным в этой жизни, здесь и сейчас, через отказ от человеческой природы бытия, почувствовать бесконечность божественной любви, в которой пребываем и все мы. У каждого из нас любое испытание, болезнь, потеря – не подножка, не наказание Божье, а урок его – полной любви,
остановись, загляни в себя и пойми главное. То, что надо благодарить за то, что есть. Благодарить. Вот. То, что есть, радоваться. Вот. И, как бы, не знаю, не ждать никакого чуда, потому что сама жизнь и то, что вот Господь дает, это уже чудо. Мне кажется, что если после встречи с этими людьми мы по-другому посмотрим на нашу жизнь, то духовно поможем и им, и себе. Благая весть обязательно к вам вернется. До встречи. Мир вашему дому. Основание фонда Александра Невского. Строительство новых храмов во имя Пресвятой Богородицы в Курганской и Шадринской епархии. Возвращение чудотворной иконы святителя Пантелеймона в храм села Китово. Помощь в восстановлении Чемеевского Свято-Казанского мужского монастыря. Поддержка православной школы в Кургане. Это благотворительность предприятия «Курганприбор». «Курганприбор» более 70 лет на страже Отечества со своей продукцией. Ее подарила людям родная земля. Ее осветили в праздник Крещения Господня. Она кристально чиста, потому что наполнена светом. Я не верю в приметы, но у сотрудников курганской полиции есть давняя традиция. Мы всегда берем эту воду с собой в командировки на Северный Кавказ. Она чистая, святая и дает нам силы. Жюри 16-го международного профессионального конкурса признала крещенский источник лучшей минеральной водой России. Она дает силу и укрепляет дух.